Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал Я и мой хвост, и я его ведущий и автор Олег. Сегодня непростая передача у нас. Сегодня я вам представлю новую образовательную программу, которую мы будем проводить совместно с Кемеровским отделением системы магазинов планеты ЗОУ. Здесь я делаю восклицательный знак и подчеркиваю о том, что проект не коммерческий, проект чисто образовательный. Мы не будем здесь вам рекламировать какую-то продукцию. Мы будем вам рассказывать о том, как правильно выстраивать взаимоотношения, как правильно содержать наших питомцев. Причем здесь будет речь идти не только о собаках. Я давно уже хотел расширить свою программу, то есть канал «Я и мой хвост» был только о собаках. Здесь мы будем с вами говорить как о собаках, так и о кошках, так и о хорьках, о кроликах, о птичках каких-то, о ежиках, то есть абсолютно о любых домашних питомцах. С моей стороны, как с профессионального биолога, я буду вам рассказывать о том, как должно выглядеть здоровое животное. Со стороны планеты ЗОУ мы будем рассказывать вам о тех препаратах, о тех кормах, о тех каких-то видах амуниции, о тех видах, когтеточках, лотках, в общем, абсолютно о любой продукции, которая сейчас выпускается в индустрии зоопромышленности, потому что вот по моему глубокому убеждению планета ЗОУ — это один из наиболее развитых в этом плане магазинов. Здесь вы найдете то, что не найдете практически нигде. То есть я вот, например, когда вел канал и рассказывал о собаках, такие виды амуниции, как недоуздок для собак, я нашел только в одном этом магазине. Посмотрите, ассортимент этого магазина, ну просто широкий. И опытные продавцы-консультанты, передачи вы уже на канале «Я и мой хвост» смотрели, расскажут нам именно об этом. Ну и как поется в известной песне, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Вот здесь можно перефразировать эти слова и сказать: поделись заботой своей, и к тебе вернется любовь, радость и хорошие отношения. Спасибо всем за внимание. С вами был канал «Я и мой хвост» и образовательная программа системы магазинов планеты ЗОУ.